перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Здорово, друзья, это короткое видео от меня. Да, там хаски приняли в этом Краснодаре, если я не ошибаюсь. Это, конечно, полный пиздец. Но мне кажется, человек так пытается... Я еще хотел сказать, ребят, отдыхайте, отдыхайте. Отдых всегда нужен любому рэперу, любому человеку. Ничего никогда против не имел, а наоборот, отношусь уважительно к творчеству Хаски. Но те, кто его хлопнули, те пидораски. Ребят, я к чему это все говорил-то? Я также на крючке у федералов, у наших этих ребят, которые следят за нами, блядь. И у меня посерьезнее движение, ну, в плане то, что меня там, блядь, Короче, желаю Хаски скорейшего выхождения из этой ебаной хуеты, где он находится. Всем нашим респект. Слушайте альбом, смотрите шоу. Я честно скажу, я отношусь к этому человеку, я его лично не знаю. Я просто, ну, респектую ему за то, что его стиль все-таки, он единственный в нашей стране. Кто так делает? Это раз. Поэтому я надеюсь, что все обойдется, и это очередной дурацкий пиар-ход. Ну, такой, как на... Когда они висели на альпинистском оборудовании в этом. Да неважно. Главное, чтобы он существовал. Он охуенный. Он охуенный. Я бы с ним с удовольствием бы сделал фит, но... Я думаю, ему со мной фит нахуй не нужен, потому что я для него говно. Но говно плавает сейчас в Мексике и хочет рассказать вам про Техник Бэт. Техник Бэт, заходите, блядь, сука, туда. Поднимайте бабки, ебаная жизнь, нахуй. Делайте, нахуй, делайте бабки на просто хуйне. На хуйне, там ставка, блядь. Железные, просто железные. Вы ставите свои, блядь, бабки голимые, ну, копейки. И железка выходит, у вас будет выигрыш 100%. Чего вы такие тупые, блядь? Подписывайтесь на канал и не бейте голову, ёпта. Окей? Еще раз хотел сказать про то, что Гуфа отпиздили. Ну, типа, избили. Не отпиздили, а отпиздили этого, это когда жесткая хуйня. Избили. Это очень, очень некрасиво, на самом деле, потому что, ну, человек, блядь, не заслужил такого обращения. Это мое мнение. Извините, если я там кого-то обидел, там, не так сказал. Но это мое мнение. Курю сигару, блядь, кахиба, ёпты. И желаю вам хорошего здоровья. Вот. В Мексике охуенно, поверьте мне. В России тоже неплохо, но здесь всегда лето. А в России лето, блядь, это два миниета. Бро, one... Full vodka, with Sprite, okay? Vodka with Sprite? Full, okay? Bro, I can do selfie with you, can? Selfie with me? Yeah. It's my brother, it's... Перестань меня снимать, пожалуйста. Тебя попросила, ты не понимаешь, Паша. Ну хватит уже, блядь.
My bitches выебываются, поэтому я пойду погуляю по пляжу. Меня дождешься? Я водички сполоснусь, проверю телефон заодно. Пиздец, ну. Пиздец. Нервы. У людей нервы, я понимаю. Я сам нервный человек. Но нервы надо беречь. Вот у меня сердце болит второй день. Причем болит не само сердце, а мышца, которая сжимает сердце. Но я же, блядь, живу нахуй, не обижаюсь на кого-то, не знаю, вот. Чисто по-людски себя веду, блядь, там нахуй. Конечно, я пидорасы, ребят, вы же знаете. Вы же из-за этого меня смотрите, потому что я такой ублюдок, которого надо смотреть, который жгет огни, который туда-сюда там вся хуйня. Brothers! No? Вот, короче, меня сбрили только что с зажигалкой. Это хуйня. Я найду зажигалку. I'm sorry, bro. Do you have... No? Sorry. Нигде нет зажигалок, блядь. Нигде нет зажигалок. Айфон 5 плавает, а 10 он курсирует над волнами. Смотри, блядь. Ладно, пидорасы, я вам это хотел просто показать, потому что вы лохи. Сидеть там дома, бля, в ноябре, блядь, и киснете, сука, в минус 10 там, бля, в шапках, ёпты. Оу, fucking shit, блядь, тут такое. А мы находимся в Канкуне, бля, где ни одна девушка не скажет, я против куни. Понимаете, о чем я? Бля, мне бы сигарету прикурить бы, блядь. Было бы охуенно. Короче, идите нахуй, мы вы меня заебали. Короче говоря, только что двух, блядь, СМС-13 просто вынес нахуй. Они улетели, как, блядь, вообще, как улетели навсегда. О-о-о-о. На самом деле, похуй на них, они, это, хуета морская, ёпта. Тут приехала жена ко мне, короче. Вообще она в Сыктывкаре живет, но она сегодня приехала ко мне чисто меня посетить. Ну, расскажи что-нибудь. Пошли в жопу. Эта сука всегда меня будет обсирать. Это моя жизнь, да, it's my life. It's my life. А он в воде нормально плавает? Так. Сейчас, секунду, я сигареты выну. У меня в сигаретах лежит
кекс просто. А если кекс, бля, выглядит, то сами знаете, блядь, то с вашей жопой будет анальный секс, блядь. Ёб твою мать. Бля, пацаны, ну посмотри, бля, ебана. Не, братан, извини, я не смогу с тобой поговорить, потому что я боюсь, что я залью нахуй свой телефон. Тут вечернее время уже. Вечер добрый, как говорят, блядь, в Мексике, вечер добрый. Блядь, ну они охуенные. Охуенные волны, смотри. Смотри дальше, ебать, еще круто. Фукин щит, это, блядь, круто. Это круто, ёб твою мать. Это вам не в жопу ебать своих друзей, блядь, которых, блядь, за хуй-то в музей, блядь. Ладно, ребята, извините, если я кого огорчил. Просто жена приехала. Должен ей тоже уделить внимание. Сейчас у нас 18:11. У вас не знаю. Поэтому, короче, ребят, всем салам пополам. Вот наш пляж, смотрите. Бля, еще ебну здесь, блядь, смотрите. Вот с одной стороны. Вот с другой стороны. Ну и все, и соседи хуй.